Звуки советского вальса юноши уходят на фронт, оставляя своих подруг, жен, матерей. Мгновение, и вот уже девушки облачаются в военную форму. Еще мгновение, и вот уже слышится победа. События 4 долгих лет Великой Отечественной войны уложены в считанные минуты артистического представления. Следом по площади революции проходят подразделения воинских частей, сотрудники государственных ведомств, студенты, кадеты. Традиционного шествия бессмертного полка в этом году решили отказаться. Но многие красноярцы, как и прежде, вышли на улицы с изображениями своих героев. Ну, я не знаю, у кого там что как бы отменили. Вот у нас каждый год мы идем и всем показываем, что наш дедушка был на войне и нас защищал. Мы каждый год у него собирались дома. И вот он рассказывал все эти истории. Сидел там, что-то, скажем, вспоминал, нам что-то говорил. Были слезы иногда, но в основном все было так спокойно, уже, скажем так, с высоты прожитых лет. Церемония не менее торжественная, но будто бы более камерная прошла этим утром у Мемориала Победы. Здесь возложили цветы к вечному огню. Среди зрителей непосредственные и уже такие немногочисленные участники тех дней. Я хочу вашему поколению или нашему будущему, чтобы вообще войны не видели. Кому оно нужно? Она ничего не дает. Пусть люди живут и здравствуют, и радуются жизнью, воспитывают детей. Вот что, о чем я думаю. Здесь и те, кто встретил войну совсем ребенком. Поздней осенью, когда убирали все поля, мы ходили копать мерзлую картошку. И нас гоняли объездчики. Не давали. Так мы по вечерам, когда темно, когда они где-то спрятались, нету их. Вот накопаешь и делаешь лепешки. Туда нечего было кинуть. Вот так лепешечку сделаешь, и не сверху на печку, а сбоку так раз и прилепил. Да еще как вкусно. Торжественного шествия боевых машин в этом году в городе не было. Выставки организовали на двух городских площадях. Здесь представлены разные виды машин, от пушек и гаубиц до танков и боевых машин пехоты. Ну, а, пожалуй, главный экземпляр событий Великой Отечественной войны – это вот этот танк Т-34. За годы войны было выпущено более 30 тысяч экземпляров такой техники, и сам танк стал настоящим символом Великой Победы. Для детей, да, кажется, и для многих взрослых, военная техника из боевых машин здесь превратилась в этакий аттракцион. Позже красноярцы собрались на театр. Площади, чтобы еще раз под песни военных лет порадоваться той самой победе. Главное в такие моменты не забывать, за что боролись главные герои сегодняшнего дня. Светлана Чернышевич, Сергей Токарев, новости ТВК.